Крестная война. Здравствуйте, я Берт Ланкастер. Это крейсер «Аврора», исторический русский военный корабль. В 1917 году, во время большевистской революции, выстрел с этого крейсера послужил сигналом к началу финального штурма Зимнего дворца в Петрограде, теперь Ленинграде. В 1941 году «Аврора» удалилась на покой, но пушки даже этого славного старого крейсера стреляли по нацистам, защищая Ленинград. Русские сражались с Гитлером на Балтийском море и в Финском заливе, на Черном море, в Северном Ледовитом океане и даже на озерах и реках. Советские моряки дрались так яростно, что нацисты прозвали их «Черной смертью». Советский и Балтийский флот вывез советские войска из Сталина под огнем нацистских бомб и шквалом торпедного огня. Те, кому удалось спастись, вернулись на крупную морскую базу «Кронштадт» после эвакуации. Когда корабли были потоплены, советские моряки продолжали драться на суше. Они сражались с немцами в Одессе, в Новороссийске, Мурманске. В течение 250 дней держали оборону осажденной крепости Севастополя. Каждая из этих битв – яркая страница в неизвестной войне. Наш фильм «Битва на море». Неизвестная война. Ведущий рассказчик Берт Ланкастер, художественный руководитель проекта Роман Кармен, адаптация сценария Рот МакКьюин и Фред Винер, исполнительный продюсер Исаак Клайнерман. Битва на море. На орден Октябрьской революции. Это ленинградская реликвия. Легкий крейсер «Аврора» был заложен в 1900 году на Балтийской судоверфи. Водоизмещение 6731 тонна, команда 578 человек, 4 двигателя, 8 пушек калибром 152 мм и 24 75 мм. Пушки «Авроры» начали большевистскую революцию. Это был самый дальнобойный залп, когда-либо сделанный в мире. Балтийское море. Здесь Петр Великий основал первый российский флот. Здесь, в 1917 году, Ленин начал революцию, положившую начало советскому государству. И здесь, в начале лета 1941 года, прошли последние мгновения мира. Балтийское море – древний торговый путь между Россией и Западом. Его порты Рига, Таллин и сам Ленинград были главными целями немцев. За три дня до того, как 22 июня 1941 года началось немецкое вторжение, советский Балтийский флот был приведен в состояние боевой готовности номер два. Затем в полную боевую готовность. Прячась от советских патрулей, нацисты подкрадывались к Балтике. Еще за несколько дней до объявления войны немецкий флот начал закладывать мины в Финском заливе на подходах к базам Балтийского флота. Утром в день немецкого вторжения появилась авиация Люфтваффе. Пикирующие бомбардировщики «Штука» и штурмовики громили береговые сооружения по всему Балтийскому побережью и в Финском заливе. Все, что не могло ответить ударом, было разрушено. Thank you.
Но в отличие от некоторых других соединений советской армии, Балтийский флот находился в состоянии боевой готовности. Приказ о боевой готовности был отдан адмиралом Николаем Кузнецовым, народным комиссаром флота. В то утро, в 3 часа 15 минут, его разбудил телефонный звонок. Черноморский флот в Севастополе, так же, как и Балтийский флот, подвергся нападению. Кузнецов отдал короткий приказ – силой противостоять любой попытке врага атаковать. План «Барбаросса» состоял в том, чтобы захватить советские военно-морские базы на Балтике с суши. Группа «Север» немецкой армии пробивала себе дорогу по побережью к Таллину и Ленинграду. На их пути 70 миль вглубь советской территории находился курорт Лиепая, знаменитый своими липами. Гарнизон Лиепая смог продержаться 7 дней и завоевал бессмертие. Три года они лежали там, где пали, под небом и соленым прибоем. Оставив позади себя пылающие Лиепая, нацисты пробивали себе дорогу к Риге, к Таллину, главной передовой базе Балтийского флота в Эстонии. Девятнадцатого июля армейская группировка «Север» получила приказ не допустить отступления советских военно-морских сил из Таллина в Ленинград. К 8 августа Таллин был осажден и находился под огнем крупнокалиберных пушек. За один день немцы обстреляли гавань более чем 600 снарядами. Моряки Балтийского флота были опорой обороны. Среди них находился Евгений Никонов. Раненый он был схвачен нацистами. Пытаясь добиться от него информации, немцы ослепили его, затем облили бензином и сожгли. Никонову было 19 лет. Финальное наступление началось 19 августа. Войска, защищавшие город, насчитывали около 20 тысяч, две трети из которых составляли моряки. Их поддерживали тяжелые пушки с пришвартованных у берега кораблей. Таллин держался еще 6 дней. На 7-й из Москвы был получен приказ эвакуировать флот в Ленинград. Передовые отряды немецкой пехоты были уже на улицах города. The
Советские войска начали сжигать запасы продовольствия, береговые сооружения, излишки боеприпасов. Кинокадров, запечатлевших Таллинскую операцию, очень мало. Почти все советские операторы, шедшие вместе с флотом, погибли. Четыре конвоя состояли из 200 судов. 70 из них транспортных. Они почти не имели защиты с воздуха. Направлявшиеся к северо-востоку корабли были почти сразу обнаружены нацистскими бомбардировщиками. Они находились в 220 милях от дома. 150 из них прошли сквозь шквальный огонь немецких батарей. 75-мильный путь, который им еще предстояло пройти, был усеян тысячами мин. Чтобы расчистить проход в минных полях, понадобилось бы 100 минных тральщиков. У таллинского флота их было всего 10. На кораблях находилось 23 тысячи человек. 17 тысяч из них оказались за бортом, когда были потоплены их суда. 12 тысяч из них были спасены под огнем. Один за другим советские суда шли на дно. Миноносец суровый. Миноносец гордый. Транспорт Верония. Транспорт Казахстан. И миноносец Яков Свердлов. Яков Свердлов стал легендой, специально приняв на себя удар торпеды, который предназначался для флагманского судна-крейсера «Киров». Из команды Свердлова спаслось всего лишь три человека. Среди них капитан Александр Спиридонов. Балтийский флот потерял 16 военных судов и 33 транспорта, но 151 корабль пробился. В Ленинграде при входе на крупную базу «Кронштадт» их приветствовал адмирал Кузнецов и Андрей Жданов, руководитель ленинградских коммунистов. Воссоединившись, суда Балтийского флота теперь находились в Кронштадте, в Ленинградской гавани и в устье реки Невы. В Кронштадте стояли два линкора, два крейсера, 13 миноносцев и более 400 малых судов. В общей сложности Ленинград защищали 400 пушек крупного калибра, включая береговые батареи. До конца года флот послал около 84 тысяч моряков сражаться на суше. Суда, которые оставались на плаву, были укомплектованы лишь на 1/3 их обычного состава.
Те, кто сходил на берег, сразу же попадал на передовую. Далеко идти было не нужно. Линия фронта начиналась прямо на окраине города. Крейсер «Аврора» отдал свою батарею, те пушки, что возвестили о начале революции в России. Поколение спустя они все еще были в полной боевой готовности. Самые крупные военно-морские силы были сосредоточены у Кронштадта. Линкоры «Октябрьская революция», «Марат» и крейсер «Киров» отдавали свои пушки берегу. Четвертого сентября стальное кольцо сомкнулось вокруг Ленинграда. Финский залив и подходы к Ленинграду оставались недоступными для немецкого флота. Отчасти из-за присутствия здесь крупных советских судов и береговых батарей, а также благодаря 69 подводным лодкам Балтийского флота. Но немецкую авиацию остановить не удавалось. Моряки не отступали. Они даже находили немного времени для веселья. Повсюду нам кричал «Ахор, хоп, хоп!» Все нас благодарял «Ахор, хоп, хоп!» Фашистов крепко вьем, готовим и поем на камбузе втроем. Поздней осенью на Балтику обрушились жестокие штормы. Это было только начало. Наступившая зима была ужасающе холодной. Запертый во льду Балтийский флот делил с ленинградцами все лишения страшной блокады. Весной 1942 года Гитлер пригласил командиров немецкого военно-морского флота на свою виллу в Баварии. Контр-адмирал Эрих Редер и контр-адмирал Карл Дениц – организаторы подводной войны. Апреля. Результатом совещания у Гитлера было возобновление нападения на Балтийский флот, стоявший на якоре. Thank you.
Балтийский флот все же выжил, но дорогой ценой. Балтийский флот насчитывал 69 подводных лодок, ими командовал вице-адмирал Владимир Трибуц. Хотя выходы в открытое море были заминированы, советские подводные лодки регулярно выходили на задания в Балтийские воды. Это была невидимая война в одиночку, и велась она в глубине ледяных вод. Их целями были грузовые суда, везущие железную руду из Норвегии и Швеции для немецкой военной машины, транспорты с войсками, любые немецкие суда, выходившие из порта. Им некуда было бежать, негде укрыться. Оставалось только выжидать в глубинах океана. Только слабая надежда помогала оставшимся на берегу ждать возвращения лодок. О своих успехах они могли рассказывать. Их неудачи хранил океан. Маленький отряд балтийских моряков действовал на побережье, предпринимая неожиданные атаки, всегда внезапно и смело, иногда ценой больших потерь. Весной 1943 года нацисты сжали кольцо блокады Ленинграда. Они старались отрезать все пути подхода к Балтике, укрепляя минные поля и загораживая проход сетью для подводных лодок, преграждающих вход в Финский залив. Это был очень дорогостоящий план, но даже такие меры не смогли остановить Балтийский флот.
Весной 1944 года Балтийский флот вышел в море. Красная армия и военно-воздушные силы СССР перешли в наступление по фронту протяженностью в сотни миль. Балтийский флот действовал на северном фланге, направляясь к немецким водам, в дым тысячелетнего Рейха. Среди них были американские торпедные катера, на которых воевали советские экипажи. В качестве трофеев были захвачены несколько немецких подводных лодок, последних моделей и акустические торпеды, которые немцы использовали в Атлантике. Сталин передает техническую информацию Черчиллю. Торпедные катера, морская кавалерия. Они сражались в течение всей Великой Отечественной войны. Теперь им предстояло познать вкус победы. Далеко на юге другой русский флот бороздил теплые воды Черного моря. Традиционно незамерзающие порты Черного моря были единственным морским путем России для круглогодичного доступа на запад. Климат был мягким, и города юга теплыми, живописными, средиземноморского колорита. Весь мир знает Одессу по фильму «Броненосец Потемкин», воспевшему революцию 1905 года. Одесса была священным местом для советских людей. Из Москвы были получены приказы готовить Одессу к осаде. 19 дивизий, 18 из них дивизии союзника Германии и Румынии, двигались к городу. Советские войска уступали в численности в 8 раз. Новости не были обнадеживающими. Так же, как их хозяева в Германии, румыны выжигали все на своем пути. Они шли на Одессу со стороны Кишинева. Русские сформировали специальные морские бригады, в которых моряки сражались на суше рядом с пехотой. К концу августа моряки Черного флота потеряли 40% личного состава, морские пехотинцы вдвое больше. Но это дорого стоило немцам.
20 августа нацисты возобновили атаку. Они пробились к городу на расстоянии 7 миль. Защитники Одессы начали изготавливать странные сооружения. Тонкие листы брони навешивались на трактор, и таким образом получалось то, что они называли «одесским танком». Старая песня русских моряков «Варяг» призывала товарищей к началу последнего парада. Двадцать 27 сентября морские пехотинцы начали серию сильнейших контратак. К тому времени нацисты уже прошли Одессу и вышли к Крыму. Потери, нанесенные защитниками Одессы, были достаточны, чтобы замедлить немецкое наступление, но не повернуть его вспять. Следующей целью был Севастополь. Советское верховное командование пришло к выводу, что береговая защита Одессы не сможет выстоять в течение долгого времени. Был отдан приказ об эвакуации Одессы. Это была спокойная, хорошо организованная операция. 80 тысяч солдат со всем вооружением были переброшены на защиту Севастополя и Кавказа. Они вышли победителями. 70 тысяч румынских солдат было ими убито и 100 тысяч ранено. Боевой дух румынской армии был сломлен. Сопровождаемые Черноморским флотом, они приближались к новой гигантской битве – осаде Севастополя. За ними Одесса. Она стала уже четвертым городом-героем Советского Союза вместе с Ленинградом, Москвой и Сталинградом. Thank you.
Севастополь. Советская главная военно-морская база на Черном море. Русский Гибралтар. Девятимесячная осада Севастополя началась 30 октября 1941 года. У немцев было подавляющее превосходство в воздухе, и некоторые советские пилоты предпринимали героические, но отчаянные попытки тарана врагов в воздухе. На суше советских войск было вдвое меньше, чем у противника. Внутри крепости находилось 50 тысяч солдат. 21 тысяча из них – морские пехотинцы. За 9 месяцев на город было сброшено 125 тысяч бомб. Немцы привезли сюда сверхтяжелую гаубицу. Это орудие разрушило уже бельгийские и французские форты. Теперь ей предстояло поработать в Севастополе. Под беспрестанным огнем жители Севастополя спускались под землю. Под нависавшими утесами Северной бухты находились большие пещеры и лабиринты, катакомбы. Там можно было в безопасности оказать помощь раненым. Анастасия Чауш продолжала работать на заводе в одной из пещер, хотя потеряла в результате взрыва бомбы руку. Ей было 16 лет. Завод выпускал снаряды для минометов, мины, гранаты, работая 24 часа в сутки. В катакомбах находили убежище и бронепоезда, на которых устанавливались морские пушки. Пять русских матросов совершили акт удивительного героизма. Привязав связки гранат к своим телам, они бросились под приближающиеся танки. Это были Николай Фильченков, Иван Красносельский, Василий Цибулько. От Юрия Паршина и Даниила Одинцова не осталось даже фотографий. Гарнизон Севастополя насчитывал 106 тысяч человек, большинство из которых были моряки. Надпись гласила «Смерть Гитлеру». А
7 июня 1942 года немцы начали решительное наступление. Немецкий командующий фон Манштейн следил за ходом всей битвы по мере ее развития. С энтузиазмом знатока он писал: «Днем можно было видеть облака пыли и камней, поднимаемые разрывом тяжелых снарядов и бомб, падающих с немецких самолетов. Это была настоящая фантастическая декорация для такого гигантского зрелища». «22 июня бронепоезд не вернулся с очередного задания, когда бомба попала в тоннель. «30 июня, после двух дней ожесточенных уличных боев, немцы пробились в район порта. Через 4 дня крепость сдалась. В своем последнем наступлении немцы выпустили на город 46 тонн боеприпасов и сбросили 20 тысяч бомб. Не осталось почти ни одного здания. Осада продолжалась 250 дней и ночей». «30 тысяч жителей Севастополя пережили осаду. 2/3 из них были либо отправлены в рабство в Германию, либо расстреляны. Но город дрался до самого конца». Теперь нацисты были хозяевами Крыма. Но радость Гитлера была преждевременной. Перед ним лежало Каспийское море и богатые нефтяные месторождения Баку, которые, казалось, уже ничто не помешает им захватить. Так они думали. Но тень свастики никогда не упала на Баку. Немцы могли одерживать победы на суше, но им не удалось стать хозяевами на море. Им дал отпор Черноморский флот. Весной 1944 года морские пехотинцы Черноморского флота вернулись в Крым морской дорогой. Это была грозная сила. Всего за неделю они отвоевали Севастополь, а затем Черноморский флот вернулся домой.
В Советском Союзе День Победы празднуется 9 мая. Это также День памяти. Каждый год в этот день на Балтийском море, недалеко от Таллина, где в 1941 году Балтийский флот сражался не на жизнь, а на смерть, русские вспоминают. Они вспоминают своих моряков в арктических морях Крайнего Севера, на Черном море и в Балтийских водах. Они вспоминают мужество и жертвы тех, кто сражался на море в неизвестной войне и кто навеки покоится в безбрежном море. Неизвестная война. Наша следующая история – битва за Кавказ. Согласно плану Гитлера, о мировом господстве его армии должны были проложить путь через Кавказ в Советском Союзе к Индии. После этого, обещал Гитлер, он перенесет войну в Соединенные Штаты. Битва, разрушившая эти планы Гитлера, была одной из самых долгих в неизвестной войне. Неизвестная война. Режиссер Семен Киселев, сценаристы Игорь Цков и Джон Лорд, музыка Виталий Гивиксман и Рот Маккьюин, слова русских песен Булат Акуджава и Евгений Евтушенко, директор картины Фабиан Могилевский, звукорежиссер Игорь Гунгер, международный координатор Роберт Эстес, военный консультант Павел Курочкин, историческая концепция Гаррисон Солсбери. Производство «Совенфильм» и Центральной студии документальных фильмов. Директор ЦСДФ Евгений Козырев, вице-президент «Совенфильм» Александр Суриков. Продюсеры Константин Калзер, Исаак Клайнерман. Производство Фреда Винера, Airtime International. На русский язык фильм озвучен Союз киносервисом по заказу телекомпании НТВ.